запах не передать. Самые исторические места Одессы. Некоторые съемки фильма «Д'Артаньян и три мушкетера», когда-то еще очень давно. Вот, правда, какие эпизоды, я еще пытаюсь пока выяснить, но от разных уже людей слышал, и в частности от жильцов, они здесь видели эту съемочную группу, она работала, они знают это точно. А вот что снимали, вспомнить не могут. Вот, это от них вам говорю. А вот «Ликвидация» — это третья серия, когда фильмы убили и вывозили его на грузовике из двора. Вот этот вот двор фигурирует, да-да-да. И вот здесь, когда была съемочная группа, вызывали скорую помощь для Краско. Вот, когда ему плохо стало сердцем, он играл фильм сначала, и он умер в Одессе, а потом его заменил Маковец. Так, мы с вами идем вот этот вот угловой третий домик на улице Польской.